Конкуристы прыгают. Я перешагиваю. Давай. Пожалуйста, не едь, как кирпич. Уверен в Богу, что мне пишет. Да. Над каждым барьером нужно говорить что-то такое идеально. Да все супер. Это было идеально. Уже мы очень долго с Машей сидим и ждем автобуса. И еще думаю, нужно ждать минут 20. А еще пока я ехала сюда, я нашла вот эту сережку с кубиком. Она просто офигенная. Я ее просто флиртовала антисептиком с фикс-прайса. Посмотрим, работает или нет. Столбняк, Вич, спит, привет. И я заняла первое место. Ну, наверное, на превьюшке уже стоит то, что там первое место, все такое. А, тебе это стремно как цепилось? Да, спасибо. Куда ты имя отвлеклась? Куда? А куда она едет? Она типа вот решила делать? Ну, видим, тебе нужно начинается. Только когда она прыгнет. Ты чем прыгаешь? Может, она сокращает? Нет, ее уже видно. А, она не поздоровалась. Очень вежливый всадник. Отлично. Короче, сказали, что выключил на грузине 65, а потом вот дадут полчаса на отдых коням и будет 85. Да. Да. Ну да, у него будет хорошее время. Да. Да, все будет супер. Идеально. Talk down to me, that's not gonna work now. Packed all my clothes and I moved out. I don't even wanna go to your house. Every time I sit on that couch, I feel like you lecture me. Eventually, I bet that we could have made this work and probably would have figured things out. But I guess I'm a letdown, but it's cool, I checked out. Oh, you wanna be friends now? Okay, let's put my fake face on and pretend now. Sit around and talk about the good times. That didn't even happen. I mean, why are you laughing? Must have missed that joke, let me see if I can find a reaction. No, but at least you're happy. It's like we're on the edge right now. I'm sorry.
заняла второе место. У меня за 50 сантиметров первое место, а за 65 у меня второе место. И я уже купила тортик. И я сейчас ехала в маршрутке и встретила человека, которого видела 5 лет назад, но я с ней занималась. Точнее, она занималась у моего тренера. Я не уверена, что это была она,